В присутствии премьер-министра Вениамин Кондратьева и председатель совета директоров АТЭКа подписали протокол о намерении создания промышленного парка в порту Тамань. На территории планируется возвести 6 заводов по переработке химических веществ, предприятия по переработке сои и производству комбикормов, тепличный комплекс, а также 5 грузовых терминалов. В премьерской зоне Краснодарский край заключил еще одно соглашение. Касается оно модернизации производства удобрений в Белореченском районе. Генеральный директор Еврохим собирается производить до 50 тысяч тонн водорастворимых удобрений для овощей, что покроет потребность регионального рынка.